5 минут. Работаем. Захватить туловище. Захват туловища. Туловище двумя руками. Так, честно, куда отжимание пресс? Поток зашел вместо него. Два, зашел. Пресс отжимание, ты сюда не пресс. Хорошо? Давай, 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 работаем, работаем. Так, пацаны, вы не работаете, вы будете сейчас отжимание делать. Да, не... Владимир, я не понял, Владимир. Да. Он младше тебя на один день. Нет. Он младше. Давай, работаем. Салага, блядь. Пришел в майке. Ночнушки пришел. Это чего после ягода? Что? Это не считается вот это. Нет. Забрать, 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 забрать. Работать, Владимир, не останавливаться. Он уже боролся три схватки, блядь. Давай. Выиграл, молодец. Вот так, Даник, дави салагу, блядь. Туловище. Зайди назад и за туловище его. Единственное, что когда будет поворачиваться, чтобы локтем не ударить. А вы
сильно. Оттолкнула. Раз. Выталкивать надо туда, где вот, вот упал, например, на эти, на кресло, и голову сломал. Отлично. Это значит нормально. Так, все, вы вдвоем. Один подступом, один план. Вы выталкиваете, вы защищаете. Даник Владимир, сюда. Сюда, в кармане. Так. 5 минут. Еще раз, посмотрите внимательно, как уходить. Вот, Даник меня хочет вытолкнуть. Нет, ну, так, как бы, девушка. Я думал, что он... Нет, вот отсюда он меня выталкивает. Вот у вас есть руки? Вот, давай, потихонечку. Вот убирайте ручки сюда. Раз, чуть-чуть уходите сюда. Раз, сюда. Вот руками, руками сюда, убираем сюда и уходим. Готовы? Выталкиваешь его. Владимир ушел. Хаджин! Пошли. Только выталкиваем. Осторожно головой. Давай, выталкиваем. Пастухов не держать его. Боишься, да? Зайти назад, пень или вытащить. Можно потечь делать. Выталкиваем, не даем. Дергаем. Осторожно лицо. Лицо наблюдает здесь. Давай. Вот так, хорошо, молодец. Ну, есть, молодец, Влад, умница. Еще. Владимир, поменяй Даника. Пошел. Больше руками. Оп! Осторожно. Владимир, смотри, куда выталкиваешь. Сюда. Больше руками, не бросайтесь на него, руками ближе подходите, чуть-чуть выталкивайте. Вот так, молодец. Пошел Владимир, где стоять, не давать ему жить. Честно, без захвата, стараться не бежать. Хорошо, вот тут поменялся с этим, с Угуряном туда, вот тут сюда. Так, Даник поменялся. Ажуне, все 2 минуты. Работаем, не даем Чезару, чтобы он умер. Даем или не даем? Стоп, аккуратненько. Хорошо, Матвей. Поклонились, одели куртки. Без пояса куртки одеваем. Удушающий прием. Первый номер становится высокий партер. Вы захватываете правой рукой, стоя перед ним. Раз, захлестываем, шагаем, перешагиваем. Хоп, удар, поворот вперед, удушающий. Так. Делаем по 3 раза, пожалуйста, пока. Сейчас уходим. Покажи нам, Пастухов. Еще раз, удушающий, Влад, высокий партер. Пожалуйста. Высокий, Влад, пожалуйста. Смотрите. Да, выше чуть-чуть, встать. Выше. А, смотрите, взял за 2 раза, ручку, ногу. И отсюда кувырочек, удушающий. Делаем 2 раза он, 2 раза Влад. Потом другому. Одному? Влад, ты сейчас. Нет, Влад, ты сейчас.
отличную музыку, блин. Пошли, пошли, пошли. Да нет, это дурдом, блин. Хорошая? Хорошая новая. Нет, это хорошая новая. Ну. Пошли. Хорошо, не вижу, не вижу. Хорошо, угуляем ко мне. Один, один раз ты, один раз он. Не касаться ни руками, ни ногами. Соперника? Можно и за ноги, и куда хочешь, но это не значит, чтобы встали на колени там, захватывать еще что-то. Так, Бутук, идешь к этому. Владимиру. Еще раз, любой захват, оторвать соперника от ковра. Стоп. Теперь смотрите, делаем движение. Раз, два, раз, два. Оп, и поднимаем. Еще раз, смотрим вперед. Раз, два, присесть. Не наклоняться отсюда и спиной поднимать. Или надо туда. Раз, оп. Ручки как бы подбиваем. Оп. Хорошо. Так, значит, захват можно как брать? И сверху, и за ту руку, и сзади. Как хотите. Влад, ты работаешь. Далее, кстати, с той стороны. Владимир встает. Стоит. Если ты его поднял, он будет далее. Я не меняю. Отжимание. Вперед. 5 минут. Оторвать соперника от ковра. Поднять соперника, Владимир. Поднять, поднять. Поднять, поднять. Оторвать от ковра. Без бросков пока. Без бросков оторвать от ковра. Оторвать, оторвать, зайти назад.
поймешь, что выиграл. Пошли, пошли. Активнее, активнее. Есть. Молодец. Потух, руку снизу. Руку под руку. Он взял за ногу, раз под руку идет. Молодец, ставит. Еще достань ножку. Вот так. Есть, молодец, Пастухов. Sure.
Становитесь на одну ногу.
столкнул соперника, чтобы он встал на две ноги. Как встал на две ноги, значит проиграл. Да. Отсюда раз и начинаете. Хоп. Плечом в плечо. Плечом? Спину. Плечом в плечо. Не руками. Не руками, плечом. Умы. Пожалуйста. Вот тут идешь туда. Вот так, кто победитель остается, кто проигравший уходит. Горит здесь. Ручками помогайте себе, как мужчине Владимир вышел. Ботов вышел. Дальше. А потом ты зайдешь. Руками да, придерживайте, чтобы вас не ударили. А. Влад, иди сюда, Влад, иди сюда, на тем. Влад, иди сюда. Поменялись, Влад, сюда, иди сюда. Блин, сюда. Как только Леон его встанет на ноги, ты меняешься. Пошли. Ну, посечали. Локтями не бить лицо. Потом ураган. То есть не так, как мы берем, а просто за руку.
через спину с колен. Стоп, стоп. Порезали. Смотри. Не так заходишь. А левая нога уходит сюда. То есть левая нога. Раз, два. Так, покажи сначала. Вот это стоп. Мате, куртки оставляем, поясы не одеваем, не оставляем, оставляем куртки, оставляем, оставляем куртки, оставляем. Значит, задача такая, стоя на одном месте, перевести соперника в парк. Спасибо.
Да,
делал? На себя тащи, тащи рукой. Вешайся сзади, сзади могут быть сзади. Другую руку ставь, Влад, Влад, наклонись чуть-чуть. Я? Ну да, стоишь прямо, я жменницу не делаю тебя прямой. Тебя вставать надо, не парень, чуть-чуть встать и брось. Если так ставишь, вот так, да, колен. А когда так, ты наоборот ставишь, значит надо чуть-чуть вставать. Вставать надо, а то он ударится в колен. Ну, назад не кидаем. Назад кидаешь, вперед. Я понимаю. Делай чуть медленнее. Руку, руку, Владимир, Владимир, руку не выставляй, а сюда убирай, ложи его на спину. Сейчас у тебя цвета. Синий. Цвета загар? Синий. Синенький. Это у меня одна знакомая спрашивает, что делать? Кикбоксингом занимался, были соревнования, получил, как бы есть, стоит здесь, но получил, говорит, синий. И не могу сказать. Я не дрался, тут болит, здесь болит, тут побито, здесь надкосница разбита. А надкосница это хрящ. Когда молодой был, синяки были, я только радовался. О, мужик, как дали по ноге, такой синячий. Ходил круто, а потом кровоизлияние, кровь свернулась и воспалилась. И не резали здесь. Думаю, нафиг я это делал. Все, одел щитки. Стали меня звать хоккеистом. У меня щитки были от сих пор до сих пор. Вот такой поролон. И я еще между ставил там весенную прокладку. Одел. Так хорошо, у меня по ногам лупит, ничего не чувствую. Как дал в ответ. Серега, ты что сдурел? Я говорю, что ты лупишь? Ну я же подсечку делаю. Я говорю, мне по барабану уже, я уже не чувствую, я просто тебе за прошлый раз. Вышли, второй номер. Вышли, вышли. Второй номер, да, Николай, меняетесь. Один раз ты, один раз Владимир. Сейчас ты отдыхаешь. Да. Ты же делал, сейчас делаешь ты Данику, Даник тебе. Ты Данику, Даник тебе. Две минуты, пожалуйста. Нет. Джон, потяни здесь раз. Дарим. Дарим. Или на канат, или на перекладу. Канат вот этот. Сверху, сверху, Влад. Сверху цени. Цени сверху. Видишь? Потому что снизу рука, сверху рука. За ногу нельзя. Нельзя. Это удобно.
броски делаете, мальчики? Давай, Владимир, делай. Дай мне. Вот. Вот так. Давай, делай. А, Владимир, он низенький, ты ниже садись.